Активная подготовка к новому учебному году – это задача не только учреждения образования, но и полиции. Сегодня сотрудники УВД Сочи рассказали о деятельности правоохранительных органов в период подготовки и проведения Дня знаний. На сегодняшний день оперативниками обследована 71 школа и 76 детских садов города. А также проведена профилактическая работа по недопущению пропусков учебных занятий без уважительной причины. Ведь если ребенок не посещает школу, то к административной ответственности будут привлечены родители. Кроме этого, все школы, все объекты образования проверены на предмет антитеррористической защищенности. Проверку на исправность прошли все тревожные кнопки, арочные металлодетекторы и ручные металлоискатели. В тех же учреждениях, где проводится ремонт, полицейские проверили работников подрядных организаций. Компрометирующей информации не выявлено. По окончании работ все школы и детские сады обследуют и служебные собаки. Большую работу в подготовке школ к приему воспитанников провели сотрудники госавтоинспекции, которые осмотрели дороги вблизи школ и детсадов. Что хотелось бы отметить, что по результатам данных проверок был выявлен ряд недостатков, в результате чего выданы предписания на устранение, определены контрольные сроки. Также отмечу, что за парты в этом году сядут около 7 тысяч первоклашек, и мы каждому из них вручим вот такие письма, которые непосредственно нужны для того, чтобы первоклашка со своими родителями сделал первую домашнюю работу. То есть это они прорисуют свой путь от своего дома до школы. 3 сентября в Сочи пройдет краевой день безопасности дорожного движения. Полицейские проведут с ребятами беседы, а также примут участие в родительских собраниях.